Всем привет, мы продолжаем играть. Напоминаю, что играем в офигенной БКшке 3 восьмерочки стар. Ссылочка на нее находится в закрепленном комментарии. Также не забываем подписываться. Так, ну что, давайте по 1000 начнем с кристаллом. Также не забываем, что в описании есть ссылочка на телеграм-канал. Обязательно переходим. Так, ну, опа, x5. Только хотел сказать, пока не везет. И тут почти даже x6 уже. Нормально, слушай, нормально, подняли. Подняли, ушли. Так, фрунбласт. Давай нам тоже что-нибудь быстро. По 1000. Блин, что? Серьезно, не соберем? Есть, офигенно, сразу x3. Хорошо, плюс 5000. Прям мгновенно отработали. Так, ну ладно, Одиссей. Тоже косарь тогда. Понятно, Одиссей так не хочет, видимо. Придется подольше поиграть. x2. Ну ничего, 2,5 даже. Так, 6 зеленых. Блин, одной зеленой не хватает. Ну вот какого фига? О, зелень, офигенно, x5 быстро получаем. Так, может еще желтые. О, x6, хорошо. Вообще классно, смотри, просто за 2 минуты мы, в принципе, то, что в прошлом ролике проиграли, мы отыграли. Так, окей, погнали, что-нибудь в плюс тогда еще заработаем. Ну давай вестерн крутанем. Ну, предположим, вот так, по 900 рублей ставочка. Понятно, минус. То же самое. Что-то плохо. Так. Ну, серьезно, блин, а? Ну, вестерн, ну давай. Вообще ни одной линии, это что за хрень? Да неужели? Хотя бы 3 линии. Но это, наверное, как раз 1003. Мы все равно будем в минусе, да? Хотя вот линия по бокальчикам, это классная линия. 6К. Ладно, пойдет. Небольшой плюс. Хотя бы так. Так, ну и дальше. Погнали, резидент. 1000. Ну, начало уже плохое. 500. Давай заберем. Да, резидент, в общем-то, сегодня, видимо, вообще никак не хочет играть. 750. Полторы. Ну-ка, помножить сможем. Зря. Ладно. Динамит. 750. Пусто. Динамит. Да. Ну-ка, 2000 поставим. 2К. Динамит, пофиг, рискнем. 500. Ладно, давай заберем, пока все равно что-то просели. Не везет особо, да? Так. Давай пати откроем. По 1000. Центр плюс 1000, хорошо. Сейчас убавим 500. А, нормально, еще и 500. Так, ну что, полторашку забрали. Ну давай, что мы еще сегодня не открывали? О, в этом ролике еще скретч не крутили. 1000 минус. x2 со второго раза. Минус. О, x4 в плюс даже. Окей. Так, ну давай, наверное, кристалл. Пару раз крутанем. Еще. О, довесочек. Блин, да, зря. О, нет, смотри, 6300 еще под конец нам выдал. 6800. 7300, офигенный просто занос. Просто божественный. Ну, офигенно, что? Давай мы счет обновим тогда. Что-то он тупит. Ну, давай 200 рублей, он на семерку. Понятно, что она не падает. 25 тысяч у нас на балансе, это офигенный результат.
Давай тогда на этом остановимся. В следующем ролике продолжим играть. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.